Продолжаем нашего мага. Мы в целом сделали квест Ренни, добрались до локации в Ливурнии, где она там обитает. А в целом можно еще пойти туда и долутать там всякие вещи. У нас там есть, в принципе, пара предметов. Кольцо на восстановление, по-моему, фласки маны, чтобы больше регенило. Или типа того. Или, короче, или просто ману нам увеличит. Короче, что такое это кольцо? А, есть там еще спелл луны темный. В целом, все это нам не надо. Не убей только чел. Нормально. Спелл луны мы даже там на мудрости не хватит юзать, поэтому потом это все заберем, наверное. Сейчас мы возвращаемся в плато Альтус. Наша четвертая глава как бы в процессе. Так, этих чуваков трогать не буду, они нам не сильно нужны. Предметы... Ой, как я бы их сагрил. Был, наверное, только одного агрить. Я думал, по центру они нас не увидят. О, хотя как, они меня не увидели, инвиз даже не прожал. Короче, нам здесь сейчас просто полутаться, семечки всякие полутать, здесь их очень много. И нам в основном надо в столицу сейчас добраться. Они, по идее, так, кстати, должны. А, они даже не поехали за мной. Но мы их, по идее, очень легко убьем, у нас урона сейчас овер до хера. Для все враги плюс-минус плата Альтус легкие. Мы тут раскачались очень сильно. У нас посох на максимум, у нас мудрости до херища. Спылы у нас не слабые. А кольца на плюс урон, как бы урон у нас хватает. Так, Аргулию я тоже скипнул. Но мне не интересно, лут с нее мне тем более не интересен. Там всякие парные клинки падают или топоры хз. Что конкретно с этой? Мы просто едем сейчас в столицу. Через этого, через драконьего чела проедем. Так, здесь два семечка. Можно, конечно, через этот варпнуться, потому что у нас есть открытая это нижняя локация, блин, карта недоступна. Ну там вообще в бою, блин. Сюда, отсюда мы можем, это низовье этого корня. Варпнуться там через гробик прямо в столицу, но... Просто хочу с драконьим стражем подраться, показать, как его можно убить сейчас. С нашим перекачем. Но это такой перекач, немножко временный. А, потому что в этой главе как бы у нас доступна куча титанита. В целом в Элдене как бы доступна в этих начальных четырех логах. А, камни мрака до последнего тира. От кузнечные, по-моему, пушки вообще никак нельзя прокачать. То есть даже если мы откроем локацию с Рейни, там, по-моему, только седьмые есть. То есть 8-8 тира мы не докачаем как пушку. Но это не точно. А с всякими вот этими шестыми, седьмыми, восьмыми проблемы. Я их плохо помню, где какие валяются. Так, здесь, по идее, лучники, но они в нас не должны стрелять. Так, а я забыл. Не, ничего не забыл. Нам все, что нужно, это руна и, по идее, комета ночи. Баф у нас есть. Он всегда с нами, этот фляги. А, что-то еще нам надо? По идее, нет. Больше нам ничего не надо. А, это в меня было? Вообще, на, не в этих чуваков обычно стреляют. Может, был инвиз, кстати, прожать. Так, это в меня целится явно. Сбей под него. Лох. Так, а здесь у нас клинмарики. И драконий страж. Так, ну, по идее, он нас не должен попасть. Плевать на него. Вообще, это босс, которого я недавно на RL1 убил, и на самом деле даже кайфанул от его убийства. Мне прям понравилось. Но за магом мы будем его немножко по-другому убивать. Вот, не знаю, в каком порядке все делать. Неправильно, да? А, нет, не сагрился. 200. У меня кольцо неправильно стоят. У нас кольцо на этот плюс урон должен... Нет, давайте нафигим. У меня кольца не было, у меня все говно какое-то стояло. Нет, давай еще раз заново. Конечно, красиво, но недостаточно красиво. Хочу в фул красоту. Я забыл кольцо поменять. Мы же это тестили, клинок темной луны. Че так долго спавнит, блин? Так, нам нужны точно заряженные атаки и... Можно на чары... А, нет, вот это нужно вообще. Но нужно не забыть поменять потом.
Все, ну бой быстрый будет. Так, посох правильный у нас. Давайте в кустиках, наверное, выпьем. Руна. Души заберем. Стуем. Заряжаем. 1200 было. 1900. Вот это уже оно. Вот это уже красиво. Он сейчас уже на вторую фазу будет переходить. Второй каст. А чё он не умер? Все, готов. Как-то так. Кольцо поменять, да. О, кстати, щит падает здесь, реально. Кстати, не обращал внимания, что щит тоже с него можно полутать. Ну ладно. Ну, 50 тысяч можно было там чуть удвоить. Я, кстати, не помню, насколько больше рун дает кольцо. Я нам еще вначале сказал то, что тут легко не забыть, да, поменять кольцо. Все равно забыл. Ну, блин, это проблема с этими кольцами, потому что их слабить постоянно. Невозможно запомнить. Да я даже бафаться забываю иногда этим. 40. О, 40 интеллекта, все, кайф. Блин, 37 тысяч остается. Блин, левел у нас капец дорого уже стоит. Но мы много в левел вложились, не без этого, да. Блин, наверное, я не знаю, я обычно не убиваю перед маликетом второго такого стража древа. Можно, наверное, попробовать скилл показать на нем. Чисто ради галочки. Мне вот на РЛ-1, я с ним дрался, мне прям понравилось. Босс такой открылся для меня на РЛ-1 на самом деле. Я вообще убиваю его при первых прохождениях. Я думал, что он плюс-минус такой же, как драконий. То есть обычный страж древа, который вот в начале игры мы еще в могиле встречаем. Но нет, там стоит вообще другой. И у него, по-моему, даже особо общих атак-то и нету. Хотя я был уверен, что они абсолютно идентичны. Просто один молниями бьет, а второй нет. Так, столица. Нам в столице нужен Маргот. А, ну Готфри еще. О, у нас наконец еще один слот для кольца. Это прям нам надо. Чем мы тут всех ваншотим по 1000 урона? А, мы тут супер сильным. 800 без стелса. Ну, как бы все равно ваншот. О, красота. Так, этого, наверное, не с ваншотаем. У него много хп. Ну-ка. Он в стелсе до сих пор. Ну, с руной и инвизом, возможно, ваншотнули. Вообще, реально, можно инвиз активировать. Кстати, у этого чела, наверное, хп много, ну-ка. Ваншотни? Нас пока не видит. Бам. А, у него даже меньше, чем у того чела, лол. У того чела где-то по 2000 было. Так, ну вообще нам все это не надо, это я так просто балуюсь тут. Нам нужно костру. Единственное, что вот прям реально тут нам надо, это дерево, которое здесь появляется. И то оно не прям надо, оно просто полезно как бы. Чел, отвали. Фига у вас урона. А что такие дамаговые? У тебя столица, что еще ожидать от этих магов? Здесь руну можно подобрать. И здесь с деревом подраться желательно. Так, чел, что, за мной пойдет, что ли? Оба идут. Второй пойдет. Второй вроде отстал. Так, здесь где-то дерево должно спавниться уже. О, это наше дерево. Дерево нам надо убить для штучки, которая с нее падает. Ману выпил. Да выпей. Я не знаю, я хочу сюда забегать. Там можно в проход, по идее, забежать, если начнут вставать. Не достанешь? Или мы добьем ее? Можно было, по идее, сюда забежать. А, даже не по идее. А, да, рун повелитель с ней падает. Это 50 тысяч душ, если что. Плюс сейчас не сколько там упало. Я кольцо не поменял в конце. Так, давайте сразу сожрем, не будем ее экономить. Хотя лучше сожрать, знаете, где-нибудь в лейт гейме, когда нам будет там левел. Так, тебе что надо? Отвали. Че и надо, че она приперлась? Я не знаю. Скоро. Прощай. Прощай, прощай, да, дай мне левел скачать. Короче, где-нибудь в лейте, когда у нас там левел будет стоить под 80 тысяч, и нам будет не хватает там 40, мы такие, хоп. А, мудрость качаем. Я второй, по-моему, могу вкачать левел, да. О, кайф, два левела вкачиваем. Уже такая роскошь, я бы сказал, вкачивать по два уровня.
На нашем уровне. Какой у нас левел, кстати? 92-й. Это нормально для столицы левел? А ты меня видишь, погодите? Я же в инвизе, чел. И что ты думаешь, что он стреляет? Я же в... Ну тут, видимо, инвиз на этого не работает. Так, все, отвали. Левел этого вообще не тот показатель, на который я когда-то ориентировался. Для меня, на самом деле, вот главный показатель в Элдене, на который нужно ориентироваться, это количество хп вкачанного. Это единственный, можно сказать... Ну ладно, не единственный. Наверное, еще прокачка пушки влияет. То есть пушка, прокачка пушки дает урон, прокачка хп дает живучесть. Все. Единственная вещь, на которую надо ориентироваться, от левел, там 30, 40, 50, это все херня. Потому что можно левел не туда вкачать, и то, что там дохера его... А чё я... Блин, а чё все агрится? У меня... Он мало того, что спиной меня увидел. Я еще в инвизе был. Сволочь, блин. У меня хоть где-то инвиз будет работать. Тогда тебя агро, наверное, сниму. С хп это хилим. Так, надо дальше Готфри... нет, Готфри. Нет, погодите. Псевдоним плохо помню. Харалукс, короче, который... Блин, тут проблема то, что я хочу забрать семечку, но если забрать семечку, Гаргулис сагрится. Сагрилась, да? Ну, по звукам сагрилась. Да, что-то кастует уже у меня. Твои Гаргули. А мне, может, скинуть с этой херни обычно, она это делает. Сука. Ладно, мы сейчас зато в инвизе пройдем. Не сагрим ее. Я развернулся, чтобы задолжить. Я знал, что она может эту херню у меня пульнуть. Но я не успел. Я поздно вообще понял, что она именно эту так кастует. Но это мы семечку как бы забрали. Сейчас все нормально будет. Может, тут даже без инвиза у нас не будет агриться. А можно убить вообще, отомстить ей за это? Ну-ка, блин, горгуль. Где там хп, говоришь? Пальцы у нас нужные? Нужные. Все. Хана тебе, горгуля. 1600. Че, пульнуло меня, да? Пососи. Даже кольцо на тебя поменяю. Нет, 3000. Зато здесь я не забыл поменять кольцо. Да где 50 тысяч падает, я забываю про кольцо. Здесь нет, вот 3000 мы удвоим обязательно. Точнее, получим плюс небольшой бонус. Так, блин, уж не забрал. А, ну тут 5000. А, так, эти чуваки, кстати, на спиде не должны в инвизе агриться. Они, кстати, не знаю, они вообще почему-то не агрятся. Мы, наверное, за то, что за спиной у них бежим. Зэм. Вот этим пофиг. Эти агрятся. Ой, инвиз слетел. Я помню, в первый раз здесь, когда пробегал, инвиз тестил как раз таки. Так, здесь у нас босс. Закрылся туманчик, с тоннелем никто не прошел. Кидает свой топорик. 2 каста успели дать. Я, наверное, не хочу к руне возвращаться. Он у нас ее отжал. Так. Ну, босс как бы легким. Если что, мы можем вон до тут доходить. Он... Я не знаю, кстати, чего он вообще ничего не делает. В принципе, я помню, я первый раз здесь дрался, он у меня хоть что-то делал. О, сумка с талисманами, да. Ой, блин, кстати, 80 тысяч. Самое главное, что на горгуле удвоили немножко, точнее, увеличили все души. Но зато теперь можно сделать вот так, все. Теперь можно ничего не переключать. О, мне неправильно это было. А, нет, правильно. Заряженный юзали, да, все хорошо по талисманам. А, так, 80 тысяч, это один левел, давайте вкачаем. Все. Так, дальше у нас Маргот. Маргит, Маргот, по-моему. Давайте, знаете, не пойдем к нему. Давайте просто добежим до него. А, я, кстати, забыл. Сейчас мы... мы же новый спелл плутали с этого, с Адула. Я его, кстати, так и не применил нигде. Давайте его хоть где-то применим. А здесь вот, опять же, вот что двуручник, на самом деле, не улучшенный обычный вот этот, да? Что вот этот лунный клинок Адула.
Он очень хорош на мобов, которые станется. И вот убийцы из черных ножей — это одни из тех мобов. Можно еще, кстати, знаете, что взять? Клянского меча, по-моему, да. Эту штуку. Чтобы он еще больше дамажил. Если тут у нас одна сволочь сидит, которая агрится. Если в инвиз пройти. Ну-ка. Он, по-моему, все равно агрится. Да, он, по-моему, тут под скрипту или типа того. Может, он встал, но не сагрился хотя бы? А, не, ему пофиг. Сволочь. Блин, нам самое главное первый каст сделать. Хотя отхилюсь на всякий случай. Сею. Что-то как-то мало урона. А что с уроном? Почему 292 какие-то? О, 501 сюда. Мы его дамажим штучкой, которая у нас отлетает. Раньше у нас не было этой штучки, которая до нас летала. Теперь у нас она есть. Мы можем дамажить ей. Также, если мы еще лезвием заденем, то это еще больше урона будет. Так что такие чуваки будут от нас прям изи отлетать. С помощью этого... А что, с него даже ничего не падает? А души хоть дали? 40 тысяч? Сколько не хватает? Вообще-то хера не хватает, но. Мы сейчас пойдем охотиться за... О, огромным количеством душ. И начнем отсюда. Помните, я говорил про трех чуваков, да, которые там один 100к дропает, второй 100к дропает. Мы сейчас из всех этих чуваков 100к с них и позабираем. Так, здесь вот... А, ну кольцо у меня эквипнуто. Первый чел... Я не знаю, я могу с ним по-честному попробовать подраться. Вот 40 тысяч, блин, жалко. Но вообще, здесь, если что, есть обузная стратка. Ну, давайте, ладно, обузную стратку покажу. Если мы его акрим, например. Блин, урона не так много, ну ладно. Я попробую. И вставим сюда. Здесь он только одну атаку против нас может юзать. Или две, он, по-моему... А, да, еще... Да, он может рыкнуть, и он может... Короче, он, по-моему... Он второй клинок вроде берет, когда рычит, то есть, чтобы ориентироваться. Плюс он может еще ножик вверх поднять и пульнуть дальнюю штуку. У алибарды, по-моему, вообще нет никаких этих... Ну-ка, я хочу вторую атаку, чтобы... Во, нет, не она. Во, вот это она. Это сюда залетает, окей. Давайте попробуем по-честному. А, мне нужна... У меня уже есть эта штука. Круна. Ну, начало я открою все равно через кучу урона. Не буду этим пренебрегать. У нас есть такая возможность. Не знаю, можно морозной штукой у него успевать давать каст? Мне не долетит. Блин, долго переключаться, всякого мусора лишнего. Блин, он не продолжает, если мы далеко стоим от него эту штуку. Должен я был продолжить, поэтому я начал кастовать. Не, наверное, буду через кометы ночи убивать. Чтобы подальше от него стоять. Ну, если что, это атака продолжение имеет. Просто надо рядом с ним стоять, чтобы он продолжил ее. Блин, тут арена не очень комфортная. А, я, кстати, баф не забыл. А еще баф есть. Вообще даже по-честному с ним слишком читерно мы деремся. Ой, мне не нажалась кнопка. А какая херня, я не умею это доджить. Ай, блин, я хотел последнюю хотя бы задоджить. Так, он летает. Мы, кстати, можем, по идее, достать, да? Блин. На алибарду лучше бы переключиться, я алибарду лучше доджу. Может, я немного побаиваюсь. О, алибарда прямо халява. Сейчас будет. Не вижу ничего. Я не помню, он может продолжить? Ой, это самое противное, да. Это то, что я не умею доджить. Единственная атака, блин, которая меня дамажила, помню, когда я убивал его. Но у меня первая трая, помню, был. На нем прям супер такой отстойный, потому что я траил его пушкой второго тира. У меня было где-то 30 хп, может быть, чуть больше, 35. Это из-за того, что я проходил игру, то, что я пришел в какую-то локацию, пока я все в этой локации не залутал, я из нее не выходил. Я ждал, что в этой локации нельзя, блин, нормально пушку все прокачать. То есть я бегал постоянно, ну, то, что мне не дают где-то ни третьего или четвертого там тира, не помню, никого здесь нет.
Блин, щит потеряли. Лучше бы на этой херне щит теряли. Это одиночные. О, нет. Блин, сложно. Он, кстати, ваншотит меня. А у меня хп сколько? 30 мы вкачали, да, где-то? Блин, обидно то, что ваншотит. Думаю, хотя бы на один хит будет оставаться. Еще чуть-чуть. Не, я хочу его убить по-честному. Просто заклинанием... Ой, магом немного тяжело, потому что он иногда не байтится на хорошие атаки. Так, а мы умерли от души, по-моему... А, нет, еще не потерял, окей. Бля, кроме начальных вот этих костов, в него особо демаш не ношу. Надо вниз, я не знаю, что ли, спуститься. Мне как-то не нравится драться с ним, тесновато. Херня. Хотя бы так. Блин, каст какой-то очень долгий. Ну, у нас первый каст, да, у нас есть проблемы. Но он не продолжает эту атаку. Это хорошая атака, но он ее продолжить должен. Так, ты включается, мы в ману в это время регини. Самое главное, что вот когда он разбег делал, то что, блин, да, вот этот разбег вообще хз как дожить. А, вот после разбега он продолжает. Плох тайминг, помню, вроде понялся. Так, это двойная. Это крутилка. Он ее заканчивает в нас. Да, надо доджить. Я, по-моему, сейчас добью его. Так, все. Ну, какой-то муфсет мы у него хотя бы посмотрели. Это лучше, чем обудить через... А, все. Кольцо у меня есть. А, ты испугался, что кольцо сейчас опять не квипим. Так, дальше у нас дракон. Давайте варпнем с нему. Нет, не метку. Варп. А с драконом полегче, потому что мы на коняшке будем его убивать. Так, давайте души потратим, мало ли нафигим. Чем мы мудрость качаем? 57. Блин, так много остается противно. 15 тысяч. Но мне не добить, у меня маленькие руны. 3800. Нет, это мало. Окей, ну давайте, ладно. Стараемся не умереть. Вообще, мы даже, когда я помню, приезжали здесь, да, я обратил внимание, что у нас, в принципе, уже много урона. А можем этой штукой заморозить его, ну-ка? Дракончик. Двухтычек, не? Так, он хвостом может ударить, потом я отъеду. Бафнемся. Не, ладно, не будем морозить. Блин, с ним. Так, то он вперед побежит. Или нет? А, нет, это обычный берет. Он, да. Ой, нет, 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 нет. Валит, валит, валит. Дыхание, здесь вот фронтальное дыхание, здесь жестко на этом мосту, потому что места мало. В блок ты куда-то доджи, да. Нам по-хорошему к нему подъехать, чтобы вот этой херни не было фронтальной. Доворачивает, видите, чуть. То есть я в бок вроде ехал, но он довернул. Нам надо в мили подъехать, чтобы на милишной атаке... А, сейчас за него заедем. Я сейчас покастую немного. И за спину ему заедем, чтобы он развернулся, во-первых. Он может хвостом... О, хвостом разворачивается. Пойдет, ладно. Не хочет металл? Крылышком атакует. У нас на один каст еще есть, ладно. Видишь, чтобы не забайтился. О, не... А, это от себя, наверное, нет? А, нет. А чё он кастует-то, блин, сволочь? И сейчас фронтальный будет, потому что мы далеко. Не успеем? Да-да-да. Нахер фронтальную. У нас, конечно, есть щит, мы одну атаку можем танкануть. Но не хочется. Давайте успеть поближе подъехать. Ну, ладно, снова разворачиваем его так же по той же схеме. Так, главное не задамажиться. Слишком близко. Так, под ним тоже лучше не стоять. Хвостом. Вот хвостом хорошо разворачивается. На что-нибудь еще прикольно забайтим. О, нет, это худшее. Это от него можно, в принципе, уехать вроде как. И плюс он приземлиться надо, да. Еще приземление, чтобы он рядышком с нами был. Все, готов. Плюс еще одна сотня тысяч. Пойдем сразу же потратим ее. 96, ну... Как бы не совсем сотня, но понятно, что сотня. А с предыдущего босса, по-моему, 105 дали. Так что 105 плюс 96 это 200. Так, продолжаем качать мудрость. 24 тысячи. Вот на этот раз поменьше душ осталось. Не так жалко будет потерять. А дерево можно уже потерять души. Хотя дерево я тоже на коняшке убиваю. Что-то такое противное.
Да, он как бы с всеми этими воплощениями древа и арт у меня проблем нет в мили драться, я спокойно с ними дерусь. Но с гнилыми небольшие проблемы присутствуют. Из-за того, что... Вообще, в целом... Нет, там основная проблема, короче, то, что когда она кастует херню свою, от которой надо бегать, там вот эти летящие штуки. Проблема в том, что иногда некуда бежать, потому что вокруг нас рано гнилью. Я в основном вот от таких этих мувсетов дохну. Вот если бы она, не знаю, либо если бы, чтобы она не оставляла свою гниль на земле, либо хотя бы, чтобы это было. Не было, точнее, атаки с... И она пускает хероинг в нас. Так, ну на коняшке она супер легко убивается. В принципе, все деревья можно на коняшке убивать. Не знаю, просто обычный касс. Я, кстати, не бафнулся, да? Эти бафнулся. Больше урона было. Ну, что-нибудь разводим и лишнее, и отъезжаем. Останет? Можно заряженные, кстати, еще кастовать. Я что-то забыл про них. На спиде их... Блин, я побоялся то, что она может попасть. Это один. Погнали от этой херни. Вот эта херня мне не нравится. Блин, жалко, вот заряжать можно атаку? Нельзя отменить заряжание атаки. Иногда она, конечно, приходит. Нет. Сразу. Ну, по идее, нас ваншотнет. А, у нас не фулл хп, нам фулл хп надо, чтобы это... Урон давался. Не, наверное, нахер заряженные, что-то я боюсь их кастовать. Лучше быстрые косты давать. Да, лучше два каста, да, чем заряжать. У нас, конечно, там плюс 15% урона доведет от заряженных, но... Но, 109. То есть там что-то какая-то херня, они души прилетели. Пытался на секунду. Так, и все вроде, пойдемте на этого. Маргота. Отсюда. Маргот это босс, которого я на RL1 не убивал, поэтому я без понятия, что у него за мувсет еще. А мне, кстати, следующий как раз таки на очередь, я вот как раз таки перед ним. Все, драконьего стража успел убить, а Маргот у меня еще не успел попасть в очередь. Но он у меня следующий. Я, наверное, его буду следующий на RL1 траить. Вроде ничего не забыл. То есть, наверное, первый раз мы сдохнем, потому что там плохой спавн у нас. Мы слишком близко к ним находимся. И, да, я попробую что-нибудь сделать. Но тут из-за того, что заставка. Он прям перед нами, не знаю, бежать. Херню кастует. Копье. Копье какое-то долго, я помню. Ну, ну, короче, да, он порвал с нами дистанцию. Ничего не дает нам кастануть. Не, ну, может, на скиле сейчас убьем. У меня скилла на Марготе вообще нету. Хуже всего с ним дерусь. Я муфсет вообще не знаю. У меня муфсет Маргота, это муфсет Маргита. О, мы его уронили, кстати. У нас руна действует. О, да, чуть подальше отойти. Это мало урона с ним заходит. Я, кстати, забыл бафнуться. С маны нет. Ну, короче, наша читерная херня его не батит на подходить к нам, его убили. Окей, ладно. Вообще, у меня никогда не получалось первого трая его убить за мага. Я постоянно ждал второй раз к нему прийти, чтобы эту активировать. Очень... Ну, короче, чтобы в начале арены стоять и накастовывать вот так вот. В принципе, там плюс-минус все то же самое, только все это работает. Я, кстати, да, фласку забыл выпить. С флаской, по идее, еще легче должно быть. Это такой небольшой подгон нам в плане босса, то, что он так легко умер, и дальше так боссы умирать легко не будут. Ну, некоторые, ладно, некоторые будут. Которые тоже не особо триггерятся на все вот эти хероинки. И не любят к нам подходить. Суть в том, что, опять же, вот у нас читерная комета ночи, и она не триггерит боссов на всякие отскоки, на всякие вот эти, то, что они становятся агрессивнее. Медальон она нам дала. А, так, я повысить уровень вообще сюда пришел. Все, ну, мы мудрость до 61 докачали. В принципе, можно хп начать качать, потому что мы сейчас в вершины великанов пойдем уже. Что, у нас все, по-моему, по боссам, да? Маргота мы убили. И в целом, 4 глава у нас на этом закончилась, я думаю.
Можно единственное, что сейчас сделать, это квест Селены. Но я, наверное, не буду его делать. Я чисто заберу комету Азура. Или кого она там? Комету Азура, опять же, юзать через читерный этот не буду. А, слезу, которая бесконечную ману дает. Я даже показывать не буду, где бесконечная слеза на ману лежит, потому что это совсем какая-то сломанная херня. Но комета Азура сама по себе как бы неплохая. Просто мне не нравится именно сетап комета плюс бесконечная мана. Думаю, этого не будет, но саму по себе комету мы поюзаем. А в принципе прикольная. Так, эти скелеты. От не уверен, можно ли как-то по-другому туда попасть. Но я по обычному маршруту приезжаю. Потому что там, если с другой стороны ехать, по-моему, там нельзя попасть наверх, потому что там спрыгивалка. И наверх мы запрыгнуть не можем. Вот, как раз-таки после этого, после чувака, чародея этого. Спрыгивалка вниз, с другой стороны мы не можем заехать. Еще откуда-то... Че, он до сих пор сагрен? Чел, твали. С обратной стороны от самого вулканового поместья мы, по идее, тоже не можем проехать, потому что там спрыгивалка от зверя падающей звезды. О, кстати, давайте со зверем подеремся. Вообще, он нам не нужен, но я чисто из-за того, что он... я бы тоже недавно РЛ-1 убил. И он тоже понравился, и... Блин, за мага будет не то. Там проблема в том, что многие атаки я в мили все-таки байчу, чтобы он атаковал. Чел сверху падает. Мужицкий дождь у вас тут? Я туда вообще еду? Чуть не помню. Вроде туда. Тут особо как бы нету развилок. Плюс-минус по прямой всегда едем. Семечко, кстати, подобрали. У нас как бы 6 эстуса, 5 этих эстуса. В принципе, до конца игры уже должно хватить. Слезы мы... А, нет, плата Альтус еще, по-моему, 2 слезы можно залутать. Там, где этот Линди Сиакс, или как ее там. И там, где... О, не помню. А, нет. Не помню, там, где... четвертый или какой там храм Арики. Короче, вот здесь, по-моему, одна слеза. Вот здесь не помню, есть ли слеза или нет. И вроде все. Но слезы вообще, на самом деле, магу прям важны, потому что они ману регенят. Мне, кстати, абсолютно не нравится разделение мана фласок и обычного эстуса, хил фласок. Что в DS3 это не нравилось, что в Элдоне она не особо. Но в Элдоне за счет того, что боссы хорошие, их можно ноу-хит убивать вполне. И из-за этого хил фласки, в принципе, особо не нужны. Плюс здесь у нас такой, особенно сейчас, перекач жесткий. Нам, в принципе, хил не нужен. Чела я бить не буду. Мы таких уже двоих убили, если что. Хотя здесь он противный, из-за того, что лава рядом. Там то, что с ним тут драться. Блин, что так далеко-то? Мне казалось, что ближе. Так, здесь медведь. Блин, а костра нигде не было. Не пропустили костер? Это сейчас еще он на фишу. Медведь спрыгнул. Он был в инвиз, наверное, ехать. Мы, по идее, уже приехали. Да, вот эта деревня, и за этой деревней у нас как раз-таки наш маг. Я не знаю, как еще можно сюда попасть ближе. То есть, с другой стороны, мы не можем, потому что вверх прыгать. От зверя падающей звезды мы тоже не можем, потому что там после него тоже спрыгиваем. Вверх мы прыгать не умеем. Блин, долгий маршрут, мне казалось, он ближе намного. Вот эту штуку, кстати, тоже можно убить, а с нее падает камень памяти. Так, сначала костер заберу. Уж не рассчитываю умереть от этой херни. Мало ли. О, нифига, у него так, кстати. Так-то не, да, не долетит, слишком лишняя хрень. Мана кончилась. А маги еще тусят, но маги за нами сейчас не идут. Это один на один. Ай, тихо. О, нет. Ладно, я думаю, это ваншотит нас, но, видимо, слишком мало попало.
Сейчас, погоди, камень памяти. Этот чел должен дать нам комету. Да, комета Азура. Окей. Блин, не знаю, зверь падающей звезды убивать? Вообще где? Что-то забыл, как к ним попадать. Там вниз надо здесь, да, падать. И он там где-то на вершине. Вообще, ладно, хрен с ним, с этим зверем. Слишком лень до него доезжать. Да, вот здесь мы спрыгиваем вниз. И ему никак не попасть. Магу этому. Не, короче, комету оставим. Комета сколько у него требований? А, мы ее уже можем юзать. 60, во. Можем поюзать. Ну, на каких-нибудь боссах, может быть, пофанимся немножко. Но без читерной слезы. Читерную слезу не скажу, где брать. Нахер ее. Так, левел хватает? Не хватает, 62 надо. Окей. На этом 4 глава точно все. Дальше пойдем уже на вершины великанов.